Почему существует мужчина и женщина? Почему не создали что-то такое общее, там, творение, ведь говорится, почему... Мужчина и женщина в нашем мире олицетворяют собой ту структуру творения, которая изначально создана несовершенной и которая в исправлении себя должна достичь интегрального совершенства. Здорово. Можно то же самое, но попроще. Да. Значит, творение, оно одно. Есть высшая сила, которая создала творение. Для того, чтобы это творение достигло уровня этой же высшей силы. То есть Творец создал человека, прообраз человека, духовный образ человека, душу так называемую, для того, чтобы эта душа достигла его уровня. Уровня совершенства, вечности. Для того, чтобы эта конструкция смогла достичь такого совершенного уровня, она должна пройти все этапы осознания своей природы, осознания природы высшего уровня, который мы называем Творец, и совершенствовать себя до этого уровня. Вот, для того, чтобы помочь человеку усовершенствоваться, возрастить себя до уровня вечного и совершенного существа, такое возможно. Для этого создана ему определенная среда вне его, вне каждого из нас. Эта среда, которая вокруг нас, она состоит из меня и всех остальных, которые делятся на мою, так сказать, спутницу жизни, так, и всех остальных, которые являются окружающей средой. Значит, это все человечество. Ну, естественно, и живая природа, и животная, и растительная, не живая. Тут Миша... Так вот, все это вместе разбито специально на группы, подгруппы, виды, классы и так далее, специально для того, чтобы человек, исправляя себя, смог включить в себя все эти части природы как одно интегральное целое. И тогда он станет равным Творцу. Каждый из нас. Вот эту часть я понял. Просто Миша не до конца дочитал вопрос, а тут очень смешно звучит вопрос. Почему не создали нечто одно, женмуж, например? А вы как раз и сказали, что создано одно творение. Минуточку. Откуда же берутся женщины и мужчины? Так я вам сказал, что творение, в принципе, оно одно. Так. Но для того, чтобы дать ему возможность достичь совершенства, для этого разделили его на множество частей. Неживая, растительная, животная, человеческая природа, в нашем мире классы, виды, подклассы и так далее, для того, чтобы человек, работая над собой, интегрально включил в себя всю эту природу в себе. В том числе, значит, и на мужчин и женщин. Да, конечно. Поэтому то есть мы на самом деле мужчина и женщина одно целое? Общее творение... Когда мы поднимаемся духовно на свой исправленный уровень, оно одно. Нет мужчин, нет женщин, все сливается в одно абсолютно целое. А в каком месте это творение разделяется? К этому изначально мы, в принципе, и стремимся. Угу. Подсознательно мы к этому стремимся. А в каком месте разделяется вот, на мужчину и женщину? Откуда берутся у нас на земле это мужчины и женщины? Это разделение уже происходит в духовном корне. Всего мы насчитываем в духовных мирах 5 миров. Так вот, в 4-м мире от нас, то есть в очень высоком мире, называемом Ацилут, там уже происходит разделение на мужскую и женскую часть. И оттуда уже нисходит в наш мир мужская и женская части творения, которые в нашем мире материализуют все делящееся на плюс и минус, на мужскую и женскую часть. Кто плюс, кто минус? Смотря как смотреть. Как хотите, посмотрите, только скажите. А у меня нет разницы. Но вы же сказали плюс и минус. Мужская и женская часть. Хорошо, с моей точки зрения, кто плюс, не знаю. Кто минус. То есть каждый определяет, как он хочет? Каждый определяет, как хочет. Нету минуса без плюса и плюса без минуса. Это все взаимно дополняющие две части творения, без которых одна не может существовать без другой. Ну ладно, я определяю.